Добрый вечер всем. Вот и дождик перестал. И значит, нужно будет проповедовать, пока не высохнет вся земля, чтобы было сухо. До утра попроповедуем, а потом пойдем домой. Мы очень рады тому, что Бог не забывает о нас и посылает нам дождь как ранний, так и поздний. И по-прежнему, а может быть, мы не имеем того урожая, который бы хотели, чтобы было бы 5 тонн с гектара, имеем всего 1 тонну с гектара, но все равно Он позаботился, чтобы мы имели насущную пищу, имели одежду на себе, а все остальные наши желания не входят в Его расчет. Но Он сказал, что об этих двух вещах позаботится каждый из нас. А потому, когда мы собираемся, мы хотим благодарить Его за многие те милости, которые Он посылает нам незаслуженно. Не заслуживали мы этого дождя. Если бы Бог сказал, сколько вы мне заплатите, столько я вам дам воды сверху. Представьте, что было бы. Не хватило бы у нас столько денег оплатить столько воды, сколько вылилось сегодня. Не хватило бы столько денег, чтобы заплатить тот воздух, о котором мы дышали сегодня. Вместе с тем, Он дает это нам не по заслугам, а из милости. Я попросил вас продолжать молиться за документы брата Пола. Может быть, что сегодня было заседание. Maybe it was the day that meeting we're supposed to decide, give that decision first, because before the blast, it needs to be given decision. If the decision may be tomorrow printed, maybe on Monday I'll see plastic. Maybe something else will come again, like a story. Jesus Christus. Yeah, maybe Jesus Christus comes first. Plastic no needed. Till now, he told me Wednesday, Tuesday he came, and he said the guy which is responsible for that council, his wife's mom died somewhere in the village, and he went to there and was on quarantine for 14 days. That's why council wasn't able to make that decision. Now he came back, he should be made council sitting and make the decision. See if tomorrow all the decision made. И это одна из нужд, также другая нужда. Все те, которые, может быть, среди нас есть, и которые плохо себя чувствуют, или испугались дождя, или чего-то другого испугались, мы знаем, что в страхе есть мучение. Это стих из книги «Притчи». И если мы боимся кого-то, чего-то, это приносит нам мучение. Это дает нам бессонные ночи и заставляет нас много переживать об этом. Также хотел бы попросить вас за всех тех, которые получили литературу, если не с ваших рук, может быть, с чьих-то других рук, чтобы вы продолжали молиться. Сегодня мне звонил один дядечка, его зовут Илья, он в Кишиневе, но он каким-то образом знает про такую Библию. И он хочет иметь такую Библию. Я говорю, уже пошла работа, но еще Библии мы не можем дать. Но через месяц, надеюсь, что будет. A guy was called today about the Bible and this. Whenever I talked with Brother Paul, he told me about some guy in Russia, which got to material of Bible believers, and he wants to have some more of their, I don't know, his address or his place, how to send, yet only he probably from Brother Paul, whenever he comes, he brings address or something. Потому это только благодаря молитвам. Мы, скажем, я даже не знал, что в нашем городе есть такой Илья, который интересуется Библией короля Якова. Брат Пол не знал того парня в России, который нашел его имейл, нашел, как связаться с ним, и просил выслать ему какую-то литературу библейских верующих. Потому это Божья заслуга. Нам нужно выполнять нашу часть, и Бог сделает свою часть, которую Он обещал выполнить.
И вместе с тем обещал не оставить каждого из нас без награды. Все готовы работать на, ну, скажем, физической работе, где ты сегодня сделал вот это, и ты должен получить вот это. Но у Бога немножко не такая стратегия. Ты работаешь, 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 и только в конце, когда ты имеешь какой-то результат, тогда ты что-то получаешь. Причем, если вы поставите семечку сегодня в землю, через 5 месяцев, да, помидоры, или огурец, или тыква, или арбуз, или я не знаю, что вы поставили, она принесет вам какой-то арбуз, да, или помидоры, или что-то. А в духовном плане мы сеем семечки сегодня, некоторые вырастают через 10 лет, некоторые через меньше лет, некоторые через больше лет. А Бог обещал позаботиться о том, чтобы каждый получил по заслугам. И в этом наше желание сделать нечто для Господа. Когда оно прорастет, когда у этих людей откроются глаза, когда зажжется огонь в их сердце, когда они почувствуют этот толчок, мы не знаем. Но наша работа – это сеять семена, поливать эти семена, Бог будет расти эти семена, и в один день они принесут плод. Давайте мы встанем до молитвы, после чего перейдем к петь. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за новую возможность снова. Благодарим Тебя за дождь, благодарим Тебя за воздух, благодарим Тебя за Библию, за тех, которые ею интересуются. Благослови как Илью, так того парня, который живет в России и желает получать эти материалы. И прости нас, которые, имея такую Библию, не читаем ее, пренебрегаем, не уделяем времени, а прочесть эти книги, которые уже напечатаны, уже переведены. Благослови нас этим желанием и помоги, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в жизни каждого. Достойный наш Бог. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Пожалуйста, Шабтезей Чидой. Зюмала Бокута. Шабтезей Чидой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
zi de zi. Fiecare clipă. Господь.
36 or 318. Ночью с моря люди громко вопьют, дайте свет. Покажите берегу надежный путь, дайте свет. Издевательством над Иисусом. Это будут воины.
Ми прочитаємо з 15 глави по 23 стих 15 глави Марка. Тогда, и вот Пилат, желая удовлетворить народ, отпустил им Бараву и отдал Иисуса, бичевав его на распятие. Солдаты увели его в зал, называемый преторием, и созывают весь отряд. Запомните, весь отряд. И они одели его в пурпур, и сплели из колючек венец, и возложили ему на голову, и начали приветствовать его: «Привет, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и преклонив колени, поклонялись ему. И когда поиздевались над ним, сняли с него пурпур, надели на него его собственную одежду, вывели его, чтобы распять его. И заставляют некого Симона Кириянина, который проходил мимо, идя из окрестности отца Александра и Руфа, нести крест его. И приводят его на место Голгофа, что значит в переводе «место черепа», и дали ему пить вино, смешанное с миром, но он не принял. А давайте мы помолимся, прежде чем будем рассуждать дальше над Божьим Словом. Милостивый Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты сохранил наше внимание, сосредоточенность и понимание на том, что говорит Слово Твое. Помоги нам сделать заметки, которые помогли бы нам повествовать об этом событии другим людям, чтобы и в их жизни не происходили похожие насмешки над Твоей жизнью, над Твоим поведением, над Твоим служением, а чтобы они не были в этой мере наказания, а которые каждый получит в конце своей жизни. Благослови нас добрыми примерами и добрым поведением, как Александр и Руф, и отец их Симон, которые участвовали в служении, которые зарекомендовали себя с доброй стороны, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Итак, мы видим, что суть истории, которая повествуется с 15 стиха, это продолжение того, что говорилось в первых 14 стихах. А Марк не прерывает их, не отвлекается на другие события. Но эта, скажем, история делится как бы на две части. Одну негативную и одну положительную. Мы сначала поговорим о негативном, а потом перейдем к положительному. Потому наберитесь терпением и не смотрите на часы, когда быстрее бы закончилось. Мы хотели бы для того, чтобы в нашей жизни был какой-то отпечаток, провести над этим как можно больше времени. Посмотрите на первую фразу 15 стиха. И так Пилат желал удовлетворить народ. Что должен был сделать Пилат? Мы говорили, что трижды он убедился в том, что Иисус ни в чем не виновен. И будучи невиновным, было бы несправедливо бить Иисуса. Посмотрите, он говорит, он отпустил ему Бараву, отдал Иисуса, бичевал его на распятие. За что распинать его? И мы говорили, что еврейским методом добиваться справедливости было вообще не распятие, а побивание камнями. То, почему Пилат дает его на распятие, это было пророчество Иисуса заранее. Давайте посмотрим снова на него в 12 главе Евангелия от Иоанна. Иисус говорил заранее до своей смерти, что ему нужно быть вознесену. 32 стих. Если я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Он не должен был быть побитым камнями, он должен был быть вознесенным. И только ради этой цели Пилат не соглашается взять это
на себя и отдает их в руки иудеев, которые не хотят смириться с тем, что он невиновен. Мы говорили уже о шести, наверное, причинах, которые выдвигали против того, чтобы обвинить его. Мы также говорили, что это было ночью, и эти свидетели не соглашались, не стыковались эти обвинения. Но причина, по которой Пилат удовлетворяет народ, вместо того, чтобы удовлетворить Божье желание. Это говорит нам о причастности Пилата к вине, которая будет спрошена с него в момент встречи с Иисусом лицом к лицу в последний день. Но посмотрите на следующий как бы термин. Отпустил им Варавву. Говорили, что Варавва — это также сын отца, в переводе значит его имя. Иисус был сын отца, Варавва является сыном отца. Варавва был человеком, который причинил вред Пилату, потому что Пилат был ответственный за сохранность мира в Иерусалиме. Варавва поднял мятеж, он угрожал жизни кому-то, и, конечно же, наверное, что и воинам, или Пилату. Вместе с тем Пилат отпускает Варавву, и того, который, от которого зависит благо Пилата, он отдает на бичевание. Посмотрите, отдал Иисуса, бичевав его. Бичевать не было обязательно. Это была идея Пилата. Не нуждался Иисус в бичевании. Пилат думал, что если он его побьет и выставит перед иудеев, то они снизойдут и оставят его в живых. Но не тут-то было. Вдобавок ко всем мукам Иисуса, которые, представьте себе, всю ночь Иисус ничего не ел, ничего не пил. Всю ночь в него плевали, били, волосы дергали. Мы читаем это в прежней главе. Посмотрите в 65 стих. Некоторые начали плевать на него, закрывать ему лицо, ударять его и говорить ему: «Пророчествуй!» И слуги его били ладонями рук. Это не одна минута и не один час даже. Это несколько часов подряд. После этого небольшой перерыв. И потом новый суд перед Иродом, перед Пилатом, и потом снова. Теперь эти примеры, которые видели солдаты в Синедрионе, или в Верховном Совете, или в Высшей Судебной Палате, делают воины для того, чтобы вы, наверное, смотрели какие-то, или по истории читали, когда один народ завоевывает другой народ. А что они делают, завоевав этот народ? Первое, что они делают, это выискивают царя, где он там прячется. И все пытки, или все муки, насмешки совершают над царем. Вот почему Саул, когда видит, что войско амаликитское их одолевает, он бросается на меч. Он знает, что над ним будут надругаться. И он не хочет терпеть этого позора. И он просит молодого юношу, чтобы он помог ему, тот боится, потом приходит другой. Вы помните эту историю, есть много других таких историй в Библии. Но поскольку одним из обвинений Иисуса было, что он царь иудейский. Вот эти распятия и муки вот эти совершают над
царем, чтобы унизить эту нацию, чтобы они видели, как поступили с царем, и боялись тех оккупантов, которые придут завладеть их землей. Прежде я хотел бы прочесть с вами 29 главу книги Притчи. Смотрите на 25 стих. Притчи 29:25. Если в вашей жизни присутствует какой-то страх от людей, подчеркните себе этот стих, выучите его наизусть. Посмотрите, страх человека ставит ловушку, а всякий, возлагающий надежду на Господа, будет безопасен. Пилат боялся людей. Пилат отдал на побои, на распятие, но Пилат должен был сделать то, что хочет Бог, не то, чего хочет народ. И эта история повторяется не однажды в нашей жизни. Тогда, когда многие отказались от Иисуса в момент Его смерти или распятия, после этого мы можем видеть в истории христианства, как многие отходили, предавали, отказывались или что-то еще делали, и их участь, как и Пилата, осуждением. Смотрите на следующий стих. 16. Солдаты его увели его в зал, называемый преторию, и созывают весь отряд. Если вы помните, легион состоял из 6000 воинов. Отряд состоял из 10 части, 600 воинов. Если эти воины, вы знаете, что такое пропустить через строй, да? Выстраиваются в две шеренги, и каждый как-то старается или толкнуть, или ударить, или плюнуть, или что-то сделать. Посмотрите, вот эти 600 воинов, весь отряд стараются как-то подвергнуть Иисуса вот этому смирению и унижению для того, чтобы показать свое превосходство и его низость. Снимают с него одежду. Помните, что эта одежда уже, наверное, прилипла к телу из-за тех побоев, которые он претерпел от Синедрионе, мы читали в 65 стихе прежней главы, и теперь надо эту одежду отобрать. Вы пробовали, допустим, вы порезали руку или там что-то порезали, ногу, может быть, и носок, допустим, прилип к коже через какое-то время. Потом это надо все отобрать. Это без анестезии, без воды, без каких-то вспомогательных средств. Для того, чтобы одеть его в одежду царя. Смотрите, что они делают. Они одели его в пурпур, то есть накинули на него такую яркую ткань, сплели из колечек венец, это как символ того, что он царь. У нас был такой венок. Представьте себе, что вот такая колючка, я не знаю, вот эту колючку вы видите, она войдет вам в кожу, порвет все сосуды, большинство сосудов в скальпеле человека. И это не просто вот так поставлено. Возложили ему на голову и начали приветствовать царь иудейский, смотрите, 19 стихи, били его по голове тростью, и плевали на него, и, преклоняя колени, поклонялись ему. А когда мы смотрим на текст Евангелия от Матфея, в 27 главе мы находим 29 стих, написано здесь, кроме того, что они сплели венец из колючек, положили ему на голову, и дали трость в правую руку, и склонялись перед ним коленом, и издевались над ним, говоря: «Привет, царь иудейский!» К
Каждый евангелист добавляет еще какой-то штрих этим издевательствам. Если Марк не пишет, что дали ему трость или скипет, то Матфей пишет. А если мы будем читать Евангелие Иоанна, мы там найдем другую деталь, которая также добавляет то, что происходило там. И вот это все издевательство совершается над тем, который желал всегда блага людям. Что или какой вывод мы можем сделать в нашей жизни? Что если мы будем проповедовать Евангелие, мы не можем ждать, что нам постелят красный ковер и пригласят нас с оркестра, еще чего-то, что выдумывают людям, только чтобы не слышать евангельскую весть. И вот эти издевательства, которые совершаются над Иисусом, это больнее всего переносить тогда, когда они совершены несправедливо. Он ничего не заслужил, чтобы совершались вот эти издевательства над ним. Но вместе с тем они творят над ним нечто подобное. Когда мы смотрим на вот этих солдат, которые устраивают вот эти физическое унижение и побои, это воины, которые служат одному знамени, или они собрались вокруг римского флага. Читая Священное Писание, вы найдете разные группы воинов. В первой книге Самуила, в 10 главе, собраны воины. Во второй книге Хроник, в 22 главе, собраны воины. В книге Езре, в 8 главе, собраны также солдаты. Каждый раз, когда солдаты собираются под каким-то флагом, они говорят о том, что у нас есть какой-то приоритет. И имея оружие, и имея на стороне своей силу, они могут добиваться своих каких-то целей. Но посмотрите вместе со мной на вторую книгу Хроник, 30 главу, 10 стих. Это, если синодальный, вы смотрите видео, это там Паралипоменон будет такая книга. Вторая книга Паралипоменон. 30 глава, 10 стих. Посмотрите на издевательство. Так гонцы переходили из города в город по стране Ефрема и Манасии до самого Завулона, но над ними смеялись и издевались. Хотелось бы быть таким гонцом, над которым смеются, над которым издеваются. В книге чисел, еще раньше, давайте вернемся в Ветхий Завет, в 22 главе описывается случай с Валаамом, когда у него была ослица, которая вдруг заговорила. Помните вы такой пример? Посмотрите на 29 стих. Остальное прочитаете сами. Я только прочитаю 29 стих. А 22-я, номер должной, должно. И сказал Валаам ослице, потому что ты насмехалась надо мной. О, если бы у меня был меч в руке моей, ибо теперь бы я убил тебя. А вот так вот люди относятся к насмешкам. А сегодня мы имеем Христа как того, который пошел впереди нас и претерпел все насмешки. И нам следует также относиться сносно к этим насмешкам, когда в школе, в классе, на работе или еще где-то кто-то старается нас высмеять, мы должны это терпеливо сносить, поскольку это сносил наш учитель или наш спаситель, который прошел перед нами. Тогда, когда мы смотрим на Иисуса, который в один день будет царем по-настоящему,
А посмотрите в книгу Откровения. Это последняя книга о Библии в 17 главе. Описывается царь, который... Посмотрите на 4 стих. Сколько дорогой одежды, очень, скажем, недешевой, одета на ней. А женщина облечена была в пурпурный и алый цвет, украшена золотыми драгоценными камнями и жемчугом, имея золотую чашу в руке своей, полную мерзости и грязноты блуда ее. А вот этих драгоценностей не было у Иисуса, а чтобы одели на него, они одели на него венец, одели на него пурпурную одежду, дали скипетр в руку, но в отличие от того, что будет у Иисуса, это не будет сравнимо с теми земными царями, которые сегодня имеют корону, имеют власть, имеют скипетр или еще что-то имеют. Вот почему нам необходимо научиться смирению. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, если мы свидетельствуем кому-то, люди стараются как-то высмеять или как-то... Я вчера говорил с Марией, которая ездила сюда на обследование, и Мария говорит, что у нее есть родственница, которая говорит, как так мог Иисус из 6 рыбок накормить 6 тысяч людей? Скажите, в чем проблема этой женщины? Она слыхала что-то, что Иисус сделал. Да, в действительности описано такое событие в Евангелии. Там было 5 хлебов и 2 рыбки. Оно, скажем, в общем количестве 7, можно принять это за истину. В чем проблема этой женщины? Что она видит в Иисусе только лишь обыкновенного человека. Она не видит в нем Бога. Бог, который утвердил закон гравитации, да? Если я отпущу этот карандаш, что с ним будет? Упадет, да? Но, если я этот же карандаш поставлю на доску и пущу его по воде, будет он падать. Почему? Потому что есть другая сила, которая не отменяет закон гравитации, но вместе с тем она сильнее гравитации. Если, скажем, я не поставлю его на доску, а поставлю его в самолет, что будет с этим карандашом? Он поднимется вверх. Сила гравитации не отменилась, но появилась сила сильнее гравитации, которая поднимает его вместо того, чтобы падать. Вот Иисус, который является Творцом, который учредил эти законы, и который может в один день отменить любой из них. И весь наш мир в корне поменяется из-за этого. Тогда, когда мы смотрим на вот этих воинов, смотрите в 119-й Псалом, 51 стих. Псалом 119, стих 51. В большом осмеянии был я у гордых. Если мы вот тут остановимся, кто могут быть эти гордые? Учитель в школе, который преподает дарвинизм, может быть гордым? Профессор в университете, ученые в академии, какие-то еще деятели, которые не хотят воспринять истину, какая она есть, а не желая понизиться в своей гордости, они смеются над Иисусом. Написано, в большом осмеянии я был у гордых. Однако я не уклонился от закона твоего. Вот теперь вступает часть христиан, которые говорят,
Я не уклонился от закона твоего. Почему он не уклонился? Потому что он знает, насколько чудесен закон, насколько полезен закон, насколько нужен закон. Если мы читаем вот эту даже главу 119, мы найдем много плюсов в том, что говорит эта глава о Божьем Слове. Один из примеров, посмотрите, 105 стих. Слово Твое – светильник ногам моим, свет стезе моей. Посмотрите на 130 стих. Вход слов Твоих дает свет, дает простым понимание. 138 стих. Свидетельства Твои, которые Ты заповедал, праведны и очень верны. 92 стих. Если бы закон Твой не был бы моим наслаждением, погиб бы я, тогда угнетение мое. 89 стих. Навечно, Господь, Слово Твое утверждено на небе. Можно много-много стихов найти. Посмотрите, 86 стих. Все заповеди Твои верны, они несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Что не стих, смотрите на 38 стих. Утверди слово Твое слуге, слугу Твоему, слуге Твоему, который посвящен страху Твоему. 34 стих. Дай мне понимание, я буду держаться закона Твоего, так я буду соблюдать его всем сердцем. Множество стихов, говорящие о Божьем законе. И Давид знает, что этот закон выручал его не однажды. И даже если гордо его преследуют, он от закона не отказывается. И он держится вместе с законом. Посмотрите на Луки 16 главу, стих 14, где мы снова посмотрим нечто про насмешки. 16 глава Евангелия от Луки, 14 стих. А фарисеи, которые были алчные, вы помните, что Иисус приводит пример с тем, который задолжал и который вложил свое положение в то, чтобы продлить свое существование. А фарисеи это услышали, они были алчны, также слышали все это, и они смеялись над ним. Когда смеются над вами, настроение ваше падает, желание свидетельствовать пропадает, или это, наоборот, ободряет вас? Значит, я говорю истину. Раз они смеются, значит, мне нужно держаться этой истины и продолжать им свидетельствовать, пока истина не совершит свою работу в них. Это истина, которая проповедовал Иисус, и которая передана нам сегодня. Она по-прежнему остается неизменной или постоянной. Не нужно сюда ничего добавлять, не нужно ничего убавлять. Нужно говорить ее такой, как она есть. Посмотрите теперь на 20 стих. И когда Марка 15 говорит. И когда поиздевались над ним, сняли с него пурпур. Представьте себе снова эти кровоточащие раны. Нужно эту ткань отодрать и переодеть его в его одежду. Надели на него его собственную одежду и вывели его, чтобы распять его. Это снова не простое занятие. А когда ведут Иисуса, я не знаю, пробовали ли вы взять в руку трехметровое бревно, четырехметровое, может быть, а не пробовали? Если где-то увидите стройку, и там есть какой-то брус, или какая-то шпала, или какое-то бревно, попробуйте взять его, поднять, скажем. Смогли бы вы поднять его, когда вы... скажем, весь день ели, может быть, и ночью, я не знаю, кто,
хто є ночю, хто не є ночю. Но жара на вулиці, ваше тіло обезвожено, вам дуже хочеться пити, ваше тіло болить від различних побоїв, від іздевательств. Более того, ви знаєте, що ваші друзі від вас відказались, що вас предали, що вам нікуди чекати допомоги. И в таком состоянии подниматься на гору с какой-то ношей делается еще труднее. Но мы знаем, что Иисус не был слабым человеком. А если он работал плотником, а у него были сильные руки, он берется сам нести крест. Но поскольку шаг его очень медленный из-за тех ран, из-за той тяжести, эти воины, они находят того, который со свежими силами. И мы читаем об этом в следующем стихе. 21 стих. «Заставляют некого Симона Кирянина, который проходил мимо, идя из окрестности отца Александра Веруфа, нести крест его». Вот тут вот я хотел бы остановиться и переключить наши мысли с того всего негативного на нечто положительное. Отец Александра и Руфа, с которыми знаком Марк, и которым пишет Марк, отправляя это послание в Рим. Скажите, если я расскажу вам о ком-то, кого я знаю из Слободзеи. Вы скажете, о, и я знаю этого человека, и мне известны поступки того или другого, да? Вот таким образом Марк ссылается на Симона, который был отцом Александра и Руфа. Посмотрите на несколько упоминаний. Всего 6 раз мы находим упоминание о этом человеке. 3 раза в Евангелии, в Матфея, в Марка, в Луке. Посмотрите в Деяния апостолов. На что я хотел бы обратить ваше внимание. В 6 главе, посмотрите на 20 стих. Я знаю, что вы знаете, где в Африке находится Ливия. И мы знаем, что это место, откуда происходит Симон. А Симон пришел на поклонение из Ливии в Иерусалим. У вас есть Google, наверное. Вы можете знать точное расстояние от и до. Представьте себе пешком, в жару, какое расстояние проделал этот человек. И когда он приходит, он... совершает вот этот труд физически или по-настоящему, своими руками. То, что мы найдем впоследствии в Евангелии от Матфея, когда Иисус проповедовал ученикам своим в 10 главе, если вы помните. «Возьми крест свой и ежедневно следуй за мной». Это то, что возлагается на нас сегодня духовным образом. А в чем суть креста для христианина? Это найти ученика и обучить его этим истинам в этом крест христианина. Это не, как говорят православные, спасения. Они вешают крест на шею и носят на ниточке, на цепочке, на чем-то носят. И думают, что они выполняют стих из Евангелия. Но я хотел бы показать вам чуть больше. Посмотрите в 11 главу Деяния апостолов. На верующих, которые описываются в 20 стихе. И некоторые из них были люди из Кипра и Киринеи, которые, когда пришли в Антиохию, говорили эллинистам, проповедуя Господа Иисуса. По этой характеристике, что вы можете сказать о этих людях из Киринеи?
Это хорошие верующие? Стоит подражать их примеру. Они не проповедуют себя. Они не проповедуют каких-то африканских богов или божества, какие были у них там. Они проповедуют о Господе Иисусе. А посмотрите на главу дальше, в 13 главу, на первый стих. Этой церкви из Киринеи есть очень примерные лидеры. Посмотрите, были же в церкви, что находилось в Антиохии, некоторые пророки и учители, как Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций из Киринеи, и Манаин, который помогает людям. Это также значит, что тот, который отворачивается от зла. Руфус значит красный, или он упоминается в 16 главе Римлянам. Посмотрите на 16 главу Римлянам, где, если мы посмотрим на 11 главу Евреям, в 11 главе Евреям перечисляются святые Ветхого Завета. Все примеры, начиная от Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Моисея и так далее. В 16 главе Римлян мы находим перечисление святых Нового Завета. Посмотрите в первый стих. Рекомендую вам Фиву, сестру нашу, которая есть слуга церкви, которая Кинхрея. Если вы посмотрите на третий стих. Приветствуйте Прескилу и Акилу, моих помощников во Христе Иисусе. Если вы спуститесь на пятый стих, приветствуйте моего горячо возлюбленного Эпинета, который есть первоплоды Ахаи для Христа. Шестой стих. Приветствуйте Марию, которая много потрудилась для вас. Седьмой стих. Приветствуйте Андроника и Юнию, родственников моих, и соузников моих, которые известны среди апостолов, которые во Христе были прежде меня. Но я хотел бы посмотреть с вами на 13 стих. Посмотрите. Приветствуйте Руфа. Это снова необычный христианин, не рядовой христианин. Смотрите, как он описывает его. Избранного в Господе и матери его, и мою. То есть, благодаря Симону, что он понес крест физически. Он научил своих детей, Александра и Руфа, следовать за Христом. И вся семья Симона, находясь вдалеке от Иерусалима, имеют очень крепкую церковь, в которой есть надежные лидеры, которые правильно учат и воспитывают церковь, для того, чтобы они следовали за Господом. Теперь, если я спрошу вас про цифру, которая вот здесь написана. Римлянам 16 и Евреям 11. Какая цифра получается? 1611. О чем говорит нам цифра 16? И о чем говорит нам цифра 11? 16 это число любви. 11 – это число суда. Те, которые не желают подчиниться любви, будут точно осуждены. И это свидетельство того, что говорит нам евангелист Марк. Он также упоминает о том, что эти люди, которые не стеснялись свидетельствовать, они готовы понести крест. Переверните в Матфея 10 главу, мы посмотрим несколько стихов, которые советуют нам также взяться за крест и не откладывая делать что-то для Господа. 10 глава Евангелия от Матфея. Я буду читать выборочно, 22 стих. Нашли? Будьте ненавидимы всеми, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но тот, кто выдержит до конца, спасется. Скажите, сколько
благ в этом стихе. А казалось бы, ни одного. Мы будем ненавидимы за имя Божье. Когда мы скажем, что я верующий, хожу в церковь, ты что, с ума спятил? Ты накурился? И что с тобой произошло? А посмотрите на 24 стих. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. О чем это говорит? Что если Иисус проходил через страдания, то мы также будем терпеть вот эти гонения, побои, насмешки, штрафы и все остальное. А 36 стих. Переверните страничку, если у вас такая Библия, как я, а как у меня. И врагами человека будут домашние его. Даже наши домашние не будут нас понимать. Когда нужно идти в церковь, они говорят, снова ты не работаешь, снова сычкуешь, снова не хочешь делать ту работу. А 37. Кто любит отца или мать больше, чем меня, тот не достоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот не достоин меня. И кто не берет крест свой и следует за мной, тот не достоин меня. Посмотрите. Кто не берет крест и не следует, что? Тот не достоин меня. Вот вывод, который мы можем сделать из того, что сделал Симон, взяв крест Иисуса и пронес его какое-то расстояние. Мы знаем, что Иисус сам нес крест. Если вы посмотрите в Евангелие Иоанна, в 19 главе, Иисус берется за крест, но поскольку он шел, наверное, медленно, этот крест отдают вот этому человеку со свежими силами. Вот тут они издеваются над Иисусом. Посмотрите на 17 стих. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое место черепа, которое на еврейском называется Голгофа». Я не знаю, кто что нес, может быть, вертикальную вот эту часть креста нес один, а горизонтальную нес другой, но факт то, что Иисус нес свой крест, оставляет нам Евангелие запись. Тогда, когда мы знаем из Евангелия от Матфея, что кто не берет креста своего ежедневно, не достоин меня, Евангелист Матфей советует каждому из нас найти время для того, чтобы проводить время с кем-то, обучая его тем истинам, которые стали нам понятны. Может быть, мы дошли до них, допустим, 5 лет, или 7 лет, или 10 лет, с тех пор, как мы христиане. И те, которые только начинают приходить, спросите их, что вы думаете о Боге, о церкви, о грехе, о возрождении, о суде, о аде, о рае, о многих истинах, которые содержит Библия. И помочь им понять о каких-то вещи, которые им непонятны. Когда мы смотрим на вторую главу послания Ефесян, переверните во вторую главу послания Ефесянам, что сделал крест Христов. Мы говорили уже немного о том, что до тех пор, когда Иисус был вознесен на крест, он многого добился, когда разбойник был спасен, когда Варавва был освобожден, когда Ирод с Пилатом стали друзьями, а когда Иуда осознал свою вину, когда Петр признался. И теперь посмотрите на снова две большие крайности, которые никак не могли сомкнуться вместе, если бы не было креста Христова. Во второй главе мы прочитаем с 13 по 16 стихи. «Но теперь во Христе Иисусе вы некогда были далеки, сделались близки кровью Христа». Скажите, когда мы были далеки, кем мы были? Нечестивыми, злыми, гордыми, и список дальше, да? Но Он есть мир наш, кто сделал обоих одним и разрушил стену, разделив между нами.
разделение между нами, упразднив плоти своей вражду, и именно закон заповедей, содержащийся в установлениях, чтобы создать в себе из двух одного нового человека, так устанавливая мир, и примирить обоих с Богом в одном теле крестом, убив вражду, им вражду. А то, что было нечестивое, никак не могло сойти с тем, что святое. И вот этот крест стал посреди и сомкнул вот эти две крайности. А кроме этого, посмотрите в первую главу послания Колоссянам, это переверните послание Филиппийцам и дальше Колоссянам. 19-20 стихи мы прочитаем отсюда. «Ибо угодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота, и совершив мир через кровь креста его, им примирить с собой все, им, говорю я, на земле ли то находится, или на ней». То есть не только он примирил, он сделал вот эту пропасть преодолимой, поставив крест от земного к небесному. И вот это вот таким большим шагом является крест Христов, когда две части объединяются в одно целое. Мы говорим теперь о мире, который есть, мы читаем в 20 стихе, им примирить с собой все. Теперь не только есть мост, но есть мир между этими двумя сторонами. Поэтому крест Христов, на котором кресте Христос умирал для того, чтобы купить нам спасение, это метод восстановления взаимоотношения с Богом. И это метод иметь мир с Богом. Когда мы имеем мир с Богом? Посмотрите в 1 Коринфянам 1 главу 17 и 18 стихи. 1 Коринфянам 1 глава стихи 17 и 18. «Ибо Христос послал меня не крестить, а проповедовать Евангелие, не с мудростью слов, чтобы не сделался ли действующим крест Христов. Ибо проповедь о кресте для погибающих глупость есть, но для нас, спасаемых, сила Божья», говорит апостол Павел. Люди, они будут принимать спасение благодаря вот этого простоте или не надменности или не высокопарными словами, когда мы объясняем им истину, для того, чтобы спасение воцарилось и в их душе. Тогда, когда Симон несет крест буквально или физически, мы делаем это духовно, объединяем то, что предназначено принадлежать Богу. Посмотрите еще один отрывок из Галатам 6 главы, 12 стих, 13 и 14. Это будет нашим последним отрывком. Я знаю, что стемнело на улице, вы уже спешите домой. 12 стих 6 главы. «Все, кто желает сделать красивый вид в плоти, принуждают вас обрезываться только, чтобы им не терпеть гонение за крест Христов». Вот это одно из извинений. Чтобы не нести креста, лучше сделать то или другое, чтобы не быть белой вороной. Это сегодня очень популярно. Быть христианином, но не таким выдающимся, чтобы не обращали на тебя все внимание. Да, я христианин, я в душе христианин. Вот об этом говорит апостол Павел Галатам. «Ибо они сами, кто обрезываются, не соблюдают закон, но желают, чтобы вы обрезывались, дабы хвалиться вашей плотью. Но Бог же сохранит, чтобы я хвалился, кроме как крестом нашего Господа Иисуса Христа, которым мир распят для меня, и я для мира». Вот что важно. Вместо того, чтобы отложить крест или не смириться нести крест,
люди хотели бы получать какую-то славу. Вместо этого они считают привилегию проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Это настоящая честь. А когда тебе дается, говори то, что сказал Бог. Не то, что ты хотел бы сказать, не то, что для тебя важно, а то, что сказал Бог. Это то, чем мы должны быть занятыми. Если вы до сих пор не составили для себя, во что я верю, почему я не буддист, почему я не иудаист, или почему я не мусульманин, или почему я не эгоист, или почему я не знаю, кто еще может быть, а почему я христианин, определитесь для себя, для того, чтобы тогда, когда у вас появится возможность сказать, ну, тому, который сидит рядом с вами в троллейбусе, или кто идет с вами на базар, или кого вы встретите в магазине, или еще где-то на работе, может быть, сказать, без стеснения, я христианин, потому что Христос имеет живую книгу, которая действует, которая раскрывает, которая явила мне этот свет. И нет такой книги ни у мусульман, ни у эгоистов, ни у каких-то там истов еще. А вот что я хотел бы, чтобы ты знал о христианстве. И это будет для них большим примером, как был примером Симон для своих двух сыновей Александра и Руфа, которые, находясь в церкви, укреплялись, и мы читаем свидетельства об этой церкви положительные, где есть лидеры, где принимаются правильные решения. Вот это свидетельство для каждого из нас. С сегодняшнего дня взяться за Божьи истины для того, чтобы определиться в отношении церкви, во что я верю, а в отношении второго пришествия, что я верю, а в отношении вознесения церкви, что я верю. Это очень актуальные темы сегодня. И если вы не определитесь, вы не сможете ни с кем поделиться этими истинами. Потому стоит на это уделить внимание сегодня. Давайте мы встанем для молитвы, попросим у Господа сил для того, чтобы Он помог нам хвалиться распятым за нас Христом Иисусом, не стесняться, не избегать Его, не предавать Его, а следовать за Ним. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть Бог, который изменил жизнь Симона тогда, когда он был на поклонении в Иерусалиме. И Ты силен с тех пор менять в жизни многих других людей, которые, может быть, из-за страха, или из-за стеснения, или из-за нежелания огласить Тебя, убежали в сторону, предали Тебя, не желали иметь ничего с Тобой общего. Благослови каждого из нас смелостью, дерзновением, желанием, вникая в Слово Твое, утверждаться в нем, для того, чтобы тогда, когда будет возможность засвидетельствовать кому-то о своей вере, о своем уповании, о своей надежде, о том, что Ты открыл нам, чтобы мы без стеснения сделали это, и они последовали этому примеру, ожидая Тебя как Господина, как Спасителя своего лично, чтобы прославить Тебя. Во имя Иисуса Христа молим. Спасибо вам за внимание. Мы также сегодня имеем добровольное пожертвование также. Спасибо. Напоминайте. И следующее наше служение будет в воскресенье. А в воскресенье мы ждем вас в 10 утра. Постарайтесь не опоздать. Вот этот Илья, о котором я говорил вам в начале, он пришел на 10 минут позже. И не знает, куда заходить, и не знает, как тут, а что тут, и потому ушел без ничего. Чтобы с вами такое не было, постарайтесь прийти вовремя, для того, чтобы ваша дорога и путешествие не было напрасно. Также хотел бы напомнить вам, продолжать молиться друг за друга. Вспоминайте про брата Костю, который в воскресенье выносит скамейки во двор и собирает детей с улицы
а чтобы им рассказать о Евангелии, чтобы они что-то могли понять из то, для чего они живут, какова цель жизни. Об этом им не расскажут мамы, папы или бабушки. И только во дворе кости, может быть, под видом мороженого или сладкой конфеты, или еще не знаю, что их привлечет туда, они услышат те слова, которые могут поменять цель и смысл их жизни. Также за брата Андрея и за те обследования Алины, она по-прежнему ходит по врачам и по-прежнему там какие-то анализы еще должны быть сделаны. Молитесь, чтобы Бог дал им здоровье и силы продолжать служить, не унывать, не разочаровываться, а следовать за Господом для того, чтобы делать других учениками, для того, чтобы укреплялась церковь, умножалась и распространялась. Спасибо. Паша, ты сегодня красивый. Спасибо. Причесался, постригся. Не знаю, что ты сделал, но что-то с нами изменилось. Хорошо, давайте мы попросим брата Луку помолиться. Dear Father, thank you for the time we have in church tonight. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебе за служение этим вечером. И мы благодарим Тебе за то, что Ты доставил нас в безопасности даже в дождь. Я молюсь за тех, которые не доехали, которые, может быть, по болезни не могли быть здесь. И благослови те служения, которые проходят где-то в других местах. И воскресенье служение благословим. И за все, что Ты даешь нам. Во имя Иисуса мы Тебе благодарны. Аминь. С миром Божьим. Ждем вас в воскресенье. И постарайтесь кого-то пригласить вместе с собой, чтобы не только вам это было, но и кому-то еще пользоваться.